Так, все, ребят, стоп-старт я сделал, в общем, переименовываю все, что могу. Сейчас Twitch, SK2 TV, Good Game. Так, ну что, вроде пошло все. Сейчас я покажу вам ситулечку родную турнира данного, на которой, между прочим, ставки есть везде. Я думаю, что турнир очень крутой по составу и призовой очень даже неплохой. $400 первое место, второе, 3-4 по 50, соответственно. Бьян Валет, Полт, Марин Лорд, Тру Нип, Мейджор, Харстом у нас такие пары, в общем-то, будут в плей-оффе здесь. Вот, причем Харстон, кстати, пол-то укатал, смотрю, там всех он укатал. Ну да, причем 2-0 вообще разгромил. Я хочу прорваться лично вот в эту игру Тру против Ниба, и я буду туда, черт побери, прорываться. Привет всем на Твиче, ребят, везде. Короче, ждем начала, пока ничего не начинается, правда. Ставочки есть, кому интересно, можете пилить.
Так, ну что, ждем. Тру нету пока. Ждем тру, сейчас я подойду. Так, все, я здесь. Блин, 3D-лин, я дико извиняюсь. Я коладер играю, меня подбамбливает, бывает. Я вообще забыл про тебя. Сейчас я проверю, конечно, конечно. Спасибо тебе уже заранее. Да, спасибо, 1000 рублей на Киви вообще. Спасибо, 3D-лин. Здорово, помню, респекта толдскулов БВ, времена 3D, S2 и Брюса не забыты. Рад, что один из немногих, кто продолжает дело. Рад, что один из немногих ты, наверное, видимо, пропущено. Поглядываю стримы почти каждый день. 3D-лин, спасибо тебе большое. Вот. Так, погодите. Да, задержка стоит. Спасибо, ребят, всем громадное за поддержку. В общем, ждем начала мы. Ну что, ребят, начинаю черкать карты, пацаны.
Так, пошел инвайтос от Вардиуса. Вардиоса. Ну что, ребят, труп против Ниба бьется у нас. Так, Ро 8, то есть четвертьфиналы будут одновременно все игры идти, а вот полуфиналы и финал, соответственно, вот. А потом уже по очереди будет все идти, короче, будет... Интересно очень, ребятки. Я не знаю, стримит ли кто там Яна, не стримит, вот. Но многие вот в этой игре True против Ниба Magic вообще стримить собирался еще, как бы, я не знаю, он пришел туда или нет. Вот. Меня бесит, только что свет открыл, адовое солнце вышло, была темень горела, ну такая осенняя уже, туч много, погодка у нас сегодня, вот. Полон СПБ, на канале есть указание, что это за игра, это StarCraft 2 лотов. Если быть точным. Ну и вот смотрите у Ниба, что у Ниба пилон гейт кибернеточка. Блин, надо мне, кстати, учиться застройки на лоу-граунде строить уже, потому что я постоянно их на ХГ ставлю, как бы, и меня разведают из-за этого. Не то, что разведают, меня тут
пушить могут всякими ранними темами. Вот при такой застройке никакой пул первый, в принципе, ну, работать не будет особо. Так, здесь линги пытаются подрезать пробку, он уходит, понимая тру, что здесь адептик заходит. Так, ребят, я чуть не понял, задержки, что ли, нет в игре или что? А не, есть, есть задержка. Просто она... Все, все. Теперь я понял, что есть, просто она 90 секунд не такая же большая, а то Аполлон мне сразу тут ответил, враг, я думал, что так вообще? Резво как-то. Так, какой чемпионат сейчас тебе скину сетку? Вот. Ну что, ребята, НИП занимает третью базу, надо вот бы реплейчиков бы НИПовских бы посмотреть, потому что с него можно получиться, да, как бы действием правильным в лотве. Спасибо тебе, НСК Реалити. Действительно, не поставил его. Так, здесь адепты что-то бомбят уже. Наши войска атакованы. Теперь всех поставил вроде как куда надо. Пытается тру прессовать, что они пытаются держаться. Мазерхор стабильно бомбит, может, имело смысл. Хотя нет, здесь 11 кп. Иначе бы, конечно, тут... Так, пробками надо на второй обязательно сейчас бой начинать. Уходит пробки, пытаются уйти. Реваджеры фаерболят. Куда? Мазерхор пытался сейчас фаербольнуть тру, но не смог этого сделать. Адепты падают. 58-74. Какой же этот тру... Как он меня бесит своими говнопушами, просто я поражаюсь вообще с этого. Он ничего больше вообще не делает. Практически никогда. Так, здесь вроде НИП еле-еле, но отбился. Если НИП каким-то чудом отобьется, у него есть шанс еще маленький. Но я думаю, что здесь уже, к сожалению, ты не отбился. Гейт на второй отключен. На третий тут рыв идет, Мазеркор возвращается. Фаербулы по пробочкам пошли, пару пробок задевает здесь. В общем-то у нас... Тру. Два имморталы вышли, 46-70, пока что НИП еще держится до сих пор, что самое удивительное. Четыре линга на мейн забегать, надо бой принимать пробками, а что делать по-другому никак. Адепты на мейн возвращаются. Так, минимум рабочих здесь в данной ситуации не потерял. Да, варп еще идет адептонцев. Адептонцы варпятся, их 5 штук, этого реально мало в данный момент. Так, а где имморталы? Имморталы две штучки стоят там на второй где-то вдалеке базе. Вот они сейчас выдвигаются к мейну. Пытается пилоны везде убивать. Зерк убивает везде пилоны. Зерк. Третий иммортал вышел. Сейчас дотекание вроде как идет. Но нужно восстанавливать продакшн, иначе все, беда. На третьей базе рабочие сейчас погибнут. Не вдержался как мог здесь, я бы сказал. Верчаж надо выставить и попытаться отбиться, может быть, здесь с верчажем. Так, адепты бой принимают, и может на мейне что-то там застряли сейчас. 22-35 по рабам, четвертую хату тру уже ставят. Блин, и пушат, и хаты ставят. Так, роучи еще пришло много.
1-0 тру. Ну, тут ничего не поделаешь. Ждем инвайта. Марин Лорд там играет с пултом, я так понимаю. Так, поехали, инвайт пошел, спасибо всем. Так, поехали еще раз. Тру идет 1-0. А в агрессивном стиле одолел Ниба в первой игре, но Ниб держался молодцом до какого-то момента, потом все-таки чуть-чуть не хватило. Так, ну опять мув у Тру здесь. Вообще без разведки играет. Не проразведал, видел, где его оппонент живет. Нексус первый был у Ниба здесь, кстати говоря, билд. Интересный вид стенки, смотрите-ка, кстати. Очень интересный, очень крутая стенка. Прям мне нравится на этой карте, как он ее сделал. То есть пилон вот прямо на Нексусе получается. Ставим параллельно вот этому углу рампа, да, вот так вот. И два гейта здесь и вернеточку. Главное, когда вот ты выпил, он будете первый ставить, не поставить вот так, чтобы Нексус свой заблочь. Это же сразу автогг будет фактически. Так, овер здесь рядом был. Зря Нип не проверяют. Вот в этих местах всегда оверы шкерятся. Залетает овер. Твайлайт на второй базе. Адепт тут в районе Ксилнаги побегал. Что-то посмотрел.
Овер к мейну полетать, не видит овера, сразу же пошел его убивать. Абсолютно верное решение. Адептик домой пришел. С пятью адептами не пойдет занимать вторую, третий никс, точнее. Третий гейт сейчас будет очень-очень скоро готов. Плюс еще один пилончик от Нива пошел. Варп через 3 секунды будет готов. Здесь что-то соточку хп снял камням. Диван купил? Нет, диван не купил. Так. 15 секунд до скорости атаки адепт. Все выдвигаются в район Ксилнаги. Тру уходит сразу же отсюда лингами. Нип на это не реагирует. Оббежал адептов. Ну, кстати, хороший тайминг рыва от Ниба сейчас. Обратите внимание, то есть он спокойно сейчас приходит на третью базу. Подбревает королеву, подбревает одного дрона. Телепортируется на рампу на вторую. И мне кажется, мне не кажется, я абсолютно уверен, что это плюсовый размен для Ниба. Он еще, он подрезает здесь дронов и уйдет адептами еще. Куда он на третью там ушел? Да, на третий роу еще, может быть, подрежет или нет. Нет, не стал никого подрезать, отступает просто. Ну, правильное решение, надо отступать, здесь какой-то пуш уже идет. Не стал Ниб телепортироваться. Четырех лингов подрезал на Ксилнаге, тут может еще иллюзии распослать, не знаю. Сейчас уже и Мортл первый будет готов, плюс 3 адепта, еще и 2 сентри. Короче, этот мертвый зерк все, что может, сейчас демонстрирует. Он опять проучи Реводжера пуст делает сейчас. Вот. Ну, под оверчарство, ну где филды, ё-моё, Ниф не наказывает, тру. Ладно, шучу, а то Уфанов сейчас бомбанет. Ссылку на сетку я кидал выше в чатике. Буквально недавно, минут 5 назад. Может быть, она еще не уплыла. Не знаю. Роучи Реводжера морфится 100 на 99, Ниба больше даже лимита. Но я думаю, что здесь Ниб не должен слить почему-то. У меня такое ощущение возникает. Но тут линги-беллинги заходят. Надо брать адептов, надо идти отбиваться. Че Ниб так сидит-то тут? Фаерболы пошли. Здесь адепты в рампе сливаются еще. Дома все лишь один сталкер стоит на рампе. Неужели тру сейчас продавит даже в таком раскладе Ниба? Надо оверчаш выставлять. Отступать пытается Ниб. Дома там оверчаш плюс адептик один есть. Фаерболы в молоку по лимиту. Тем не менее, тру что-то больше намного. Ой, как повезло Мазеркуру. Одного не хватило удара просто. Ниб, веди ты его! Куда ты отдаешь Мазеркуры свои? Что ж ты творишь-то, небес ты? Небес, нубес, блин. Отходит по... Не, это похоже 2-0, ребятки. 100 на 91 по лимиту. Перехвалил что-то. Я не бы ожидания были какие-то у меня жесткие от него такое ощущение. А он просто делает бред полный вообще. Сливает катку. Вообще, я не знаю кто, контроль кривоват здесь. Падает пилон на второй базе, но там есть пилон. Да не вперед ты... Пойди ты вперед уже. Одни роучи ходят здесь. Он что-то назад сваливает. Че он назад-то так боится? Пока лингов нет, как вперед надо было идти. Здесь сплит пошел от фаерболов, увернулся от части Ниб. 93-85. Нет, все-таки прирост был хороший. Я уж переживаю за то, что Ниб, за то, что Тру такой хренью просто его берет и пробивает. Ну не должны сливать такие крутые, как Ниб, такому бреду. Товарищ. Плюс реведжеры еще пошли. Кореец с улына слезть не может уже. А куда он денется? Конечно, экономика мертвая. Все, фаерболы пошли, один адепт в рампе здесь есть. Так, у него уже 4, может, он проходит к реводжерам, начинает реводжеров развивать. Гвардиану Сунтри тут здесь откуда-то взялся, еще не понять откуда. Все, наконец-то Ниба зажимает, потери в этой игре не в пользу Зерга совсем были. Здесь тоже на третий отбился, короче говоря, не подбился. Мне еще нравится, каким стилем он отбивается, то есть он... Стандарт, вот адепты Иммортала, как он обычно играет, этим и отбивается. Обычно, как бы, ну, тяжело под
То есть он фактически без подстройки это делает, он как бы просто все четко делает. Патау Валерон, это один и тот же зер, как бы. Нету тру написанных разными буквами. Есть хира, CJ там или крит разными буквами написано, еще может быть даже какой-то хира. А вот тру таких разных нету. Может, я не вижу. Почему-то не могу по варде зайти, хотя вроде он добавлен, друзья. Так, галактический процесс 1.1. Сейчас я на секунду буквально отлучусь. Проверю, мне там надо найти квитанцию одну. Так, Inevity. Ну как Immortal против Ravagers лучше ли, чем Adept? Immortal сильнее Adept, задай себе вопрос. Конечно, он сильнее, но у него нету бонуса по Ravagers. Immortal стоит 250-100, Adept 100 на 25, то есть более чем двукратное превосходство в цене. 4 лимита занимает Adept 2. Строится дольше, не из гейта, из роба, не варпается. Ну, он сильнее, как бы, он лучше, да, но... Адепты, как бы, они тоже бонуса не имеют по Реведжерам, но, тем не менее, их много, они достаточно эффективны против них, потому что они еще внутрь могут проникать, то есть там микс эффективный. Иммортлы, они против Роучи. 50 дэмэджа, как бы, то есть Роучи вообще просто падают. Так, диван был выбран давно, как будет время, закажу его я. Сегодня, может, и пораньше. Ну, хотя не сегодня, навряд ли. Да, диван стоит 26 тысяч, доставка 10%. Плюс, естественно, цифру я, когда меня поддерживают, вот сегодня, например, то, что новое, я-то пишу, как бы, цифру всю. То есть, если мне на плеер 1000 присылают, как бы, я пишу 1000 и на карту 1000. Но на карте-то 1000, она 1000 и остается, а на плеере это 800 с лишним рублей. Потому что, ну, 750, иногда 820 даже там с чем-то бывает.
потому что 10% глубин берет и сколько-то еще сам агрегатор, то есть там через что ты посылал, там Яндекс и Киви, там карты и т.д., там я не знаю. Роба и скорость атаки адепта Муниба плюс 2 гита. Призма будет наверняка. Так, четвертый гейт и Даркшайн у Ниба. Ниб уже понимает, что Тру этот мертвец его задолбал, как бы всеми вот этими лунами его беспонтовыми. И решил, что надо подстроиться под это. И в итоге, короче, просто саплай блок у Ниба гигантский получился. То есть вместо того, чтобы подстроиться и призму заказать. Так, здесь 20 слингов, роучи строятся. Четвертая хата на золоте уже пошла у Тру там. Два адепта на вторую заходят. Ниб начинает фокусить дронов. Фокусит очень даже неплохо. И на мейне тоже фокусит. 7, смотрите, 8. Через шифт прокликал, я не знаю. 9 дронов на 4 адепта в таких условиях, когда их сразу начали ковырять. Это, я бы сказал, неплохо было со стороны Ниба. Даркшайн почти готов, но призма зато не готова. Очень. В чем проблема? Про золото Ник не знает вообще. Третий Ник уставить. Да, собирается. Там лейер и 3 спорки заказано. Как этот про... Как это понял вообще сейчас Тру, что нужно так делать? Я не знаю, если честно, но это подрешает в данный момент. Может подрешать. Наконец-то сбивает овера. Ник. Так, 4 дарка, да, варп идет. Ну, уже навряд ли они что-то сделают, если только вот где-то успеть спорку вырубить, а где тут Ниб может успеть ее вырубить. А, он уже арконами собирается тарас делать. Ну, посмотрим. По рабам в плюсе Ниб, как бы... Неплохо поля арконов разменял на лингов несколько штучек. Ну, конечно, лучше на дронов разменивать в таких ситуациях всегда. Смотрите, как он экспанды ставит. Это ж наглость вообще просто. 3 дрона не подрезал еще. Мало ему золота, так он еще один ставит. Так, линги начинают ковырять камни, здесь залетает оверсир, надо мазеркор туда провести, бы попытаться бы отогнать вот это все дело. Плюс 3 гита Ниб делает, плюс 1 Ниб делает. Где мазеркор вообще летает, я понять не могу. Ну пришел сюда юнит, меня подсвечивать-то кто будет? Подсвечивать некому. Печаль. Летает, в общем-то, здесь призма. Месторождение минералов. Золото Ниб вообще пока не спалил до сих пор. Ну, арконы свое дело делают, на самом деле. То есть, если бы не этот харас, было бы, конечно, не так все хорошо у Ниба, наверное. Летит через золото. Спалил золото сейчас. Нужно улетать отсюда вон. Нужно архонами нарегенивать поля и как можно больше сейчас. Здесь забегание по всем направлениям готовится. Фотонки у Ниба нет ни одной вообще. 10 бейнов от Тру здесь морфится. Плюс еще... Так, адептики плюс пошли. Пилончиков масс строить.
Доварпливает еще три архона. Нужно выход какой-то, видимо, делать. Беллинги и линги летят со всех сторон сейчас к Нибу. Видит ли он это все дело? Думаю, что да, видит. Залетает на третью. Надо контролить Ниб. Контроль. 70 пробок. Как больно же. Ужас какой, а. Повезло еще, что 10 погибло в такой гуще рабочих, и всего 10 погибло. Это вообще удивительно. Мазеркор в обороне вообще не участвует сейчас. С ним сложно мне сказать, сколько именно времени нужно хатиш простоять, чтобы покупиться. Нужен архивы темпларов, Нибу нужны сейчас обязательно, потому что без архивов темпларов он не сможет нормально... наварпить архонов, почему-то он их не делает, архивов. То есть сейчас время уже, кстати, не особо не на Ниба работает. То есть сейчас время работает на Тру абсолютно точно. Еще два архона слева. Погодите, или есть они? Где они вообще есть? Нету ни хрена. Из дарков варпит архонов. Ну что за бред-то, Ниб? Так, здесь что-то линги пытаются забежать. Миллиард бейлингов в районе второй базы. Вот что мешает Протусу в такой ситуации? Кто-то говорит, что мешает вот в такой ситуации сделать шторм? Так, опять бейны прилетают на вторую. Это провал. Не пьема. Вообще, в этой игре вообще реакции ни от чего нету. Так, уверчажи пошли, сплиты от бейнов пошли. Там врывы какие-то со всех сторон идут, бейлинги взрывают, 189, 132, нет, кажется, Ниб здесь все гуфнулся, у меня такое ощущение складывается. Так, заходит Тру сюда, хотя не четвертый, нет, он ставит, в принципе, то есть как бы еще шансы пока есть минимальные, да, на победу. Линги бегут, конечно, сюда принимать уже, Ниб принимает бой. Гвардиан Шилд рублен, нахрена, но это автоматизм, у меня тоже раньше всегда так рубалось, Гвардиан Шилд рубается. Хотя он против никаких юнитов здесь вообще не работает. 130 на 80. Третья атака. Чаш там пошел. Двухроучий не подрезать. Здесь опять забегания по всем направлениям идут. Ниб абсолютно к ним никак не готов. Отступает назад. Здесь архоны третью все еще. Хорошо, хоть архоны эти есть. Так, забегание пошло здесь. Пилоны сейчас минус будет. Ниб реагирует. Пил хороший успел кинуть. Молодец. Верчажами отреагировал. Архоны. Куда призма-то улетела? Архончиков спасай, братьев своих архонов. Одного успел Ниб забрать. Пытается улететь. Один погиб. Желтый. Даже ХП ему продемеджило сейчас. Почему архоны из дарков? Я просто смотрю и в очередной раз не понимаю, почему не построить архонов не из дарков, а что-то более дешевого вообще. Так, Бейн взрывает, здесь все. Пытается забежать, архоны встречают. Вообще замечательно это все дело. Здесь, так, 4 архона, ему в 5 штук. Наламывается Тру, но тут маловато юнитов, чтобы принять, к сожалению. И Тру сбривает все. Падает костяк армии Ниба. Нельзя делить вот так вот армию. А чтобы так делить, нужен шторм. Прикиньте, один шторм вот на это все говно. Я не понимаю, почему у Протусов до сих пор мозгов не хватает этого делать. На таких стадиях. Вот здесь-то уже как бы шторм изи может быть. ГГ пишет Ниб. Тру побеждает 2-1. Ниб проигрывает, к сожалению. Так, ну что, я не знаю, есть там еще какая-нибудь битва. Мейджор Харстома зашатал 2-0. Мейджор Стру будет играть, кстати. Нужно бы глянуть. Интересный матч, мне кажется, будет. Ну вот опять же, мое мнение вообще, во-первых, Ниб из дарков сейчас делал архонов, это ошибка. Там уже давно из пиштормовиков можно было бы дешевле их делать.
Вот. Так, спросил, но пока никто не отвечает. Так, сейчас, ребят, я в интернет позвоню, который мой на моей другой квартире. Мне нужно кое-что выяснить.
Так, ребят, что-то там ни хрена не берут. Сейчас я проверю. Да, мейджор победил, ребята. Покемона. Ну, трон такой есть, грызь. Ну, когда попадет ему первый, кто какой-нибудь шторм делает или что-нибудь еще, я думаю, будет тяжело. И хотя бы одну фотонку в рабочих, ну как? Ну, понятно, уровень высокий, такой, как у Ниба, он потратит все ресурсы. То есть, он может отбиваться и так, как бы, без всяких там фотонок. Ну, блин, посмотрите, сколько его унизили эти дропы. По одному сдав одной фотонке, три беллинга, они ее не убивают даже сразу, как бы. То есть, а вокруг нее можно пробок контролить. То есть ты их уводишь, беллинги начинают сыпаться, или овер улетает, как бы, она с двух ударов бейна начинает бомбить. Привет, Москаль, привет всем, короче, ребят. Вот. Так, сейчас еще в инет разочек позвоню. Блин, трубку не берут, а? Время, ты еще 5 часов, ё-моё. Чё за шляпа вообще? Так, пошел инвайт, отлично. Так, ребят, пока я тут звонил, ко мне вода приехала. Сейчас я приду, воду получу, пока вам ФП поставлю.
Ну, ребята, мейджор против тру, битва у нас идет. Извиняюсь, что громкий я. Вот, воду получил. Респект мужчине, который доставляет, да, ну, были бабки, и как бы все нормально, да, он мне с рубля сдачу, короче. Вот. А то в прошлые разы иногда не бывало у людей. Ну, понятно, что К3 19-литровых бутылки воды несешь на пятый этаж. Не всегда думаешь про сдачу, как бы, это факт. Вот, мастриперы здесь. Ну, здесь-то хоть лифт есть, а вот на другой квартире, на другом, где с семьей я живу, с дочкой, с женой, там пятый лифта нету. Там вообще, конечно. Рус-алерт. Вынести 7 компов на самом высоком уровне сложности. Честно говоря, я не пробовал, но думаю, это реально, как бы, с застройками, с какими-нибудь там... Ну, на картах, смотря на каких еще. Вполне сделать, как бы... Просто это не очень интересно. То есть, когда ты раз это сделаешь, это все это потеряет интерес. Я помню, как в первом Старкрафте с этими... С 7 компами там... Шли игры. Так, мейджор кидает здесь, смотрите. Гранатки, рипер уходит здесь. Надо идти ловить, пытаться. Лингов. Так, здесь лингов. Пытается мейджор их перехватить. Здесь гранатками какают риперы и улетают. Дома остается несколько, один рипер. Нужно ловить, пытаться лингов. Со всех сторон труп пытается забегать. Лингов очень много добавляет. Не с перебором ли он их настроил? Так, лаба и два реактора у мейджора, причем реакторы наружу, то есть вот это уязвимое место у тирана, просто зерк прибегает лингами и начинает грызть. Здесь третья цешка уже достроилась, рабочих больше, все больше, но у тру больше боевого лимита, но он не унывает, как бы, тру особо здесь, и мейджор тоже не унывает. Так, что это здесь погибло только что? КСМ-ка, похоже, погибла. Риперы летят вперед. Что там дома-то вообще есть? Дома есть мародер. Марики сейчас тоже выйдут. Так, а марики смогут выйти вообще нормально? Вот у меня вопрос такой хороший возникает сейчас. Так, линги пытаются... Точнее, да, линги пытаются окружить риперков. Раскидывают мейджор своих же риперони просто. Но смог уйти всеми, что самое главное. Все задемеджились, но все живут из этой группы. Вот в этом врыве никакого рипера не погибло. Щиты доделываются на мариков. Здесь третья в орбиталочку. Факта, выход медивать, конечно же, будет сейчас. Попытка прорывать лингов гранатами. Окружил. Вот сейчас риперов много потерял. Мейджор уже три штуки. Один был уже, да, это потерян. Так, сколько воду? За сколько воду беру? Вода стоит там, где я беру, 85 рублей бутылка, если от трех брать, как бы. Вот. Тру тут что-то смайлики ставят. Хорошо, мейджор здесь очень отбился сейчас. Очень хорошо. 70-78 по лимиту. Плюс бараки пошли. Вот, помпу я брал то ли за 350, то ли как-то так. Тут в Аркадии у меня прям в моем доме, где вот я сейчас у мамы стримлю. Прям магаз есть, как вот. Вот. Есть другие конторы у нас, может, с других скважин возят, которые там подороже вода стоит. Все, риперов мейджор наконец-таки отдал. Трупа лимит сравнялся по боевому вообще... плюсе в 20 с лишним раза, 22 на 50, сейчас еще рабов. Короче, мейджор, ну не может быть, чтоб не ошибался, блин, начинается какая-то лабуда, начинаются ошибки, везде все бегает, здесь все грызет, еще 7 КСМ-ок сгрыз на халяву. Вот, у нас компании местные, все вода местная, обычно. Здесь кривая депошка, по-моему, вот это мне такое ощущение почему-то складывается. Так, линги накидываются на бункер. Линги со всех сторон на все вообще накидываются.
Мейджор без стимпака играл здесь, и это очень большой его косяк. За это сейчас, может быть, он наказан. Ну, вот здесь позицию за минералами неплохую занял. В принципе, здесь не наказать. Главное стима дождаться. Ну, 16 беллингов пошло, ребят. И, похоже, такую игру Мейджор упускает просто. Ну, трука речь, что тут говорить. Своей уверенностью, своими действиями он обескуражил сейчас тирана просто. И он не может ничем ответить на это. Просто ничем не может. Здесь даже стенка не предуприрована сверху. Беллинги идут вперед. Пишем ГГ, выходим, это называется. Взрываются бейны, взрываются. Все, ну тут как не контроль юнитов-то мало. Он там слоу-граунда Марик, конечно, есть. Они могут слоу-граунда неплохо прикрыть с одной стороны, с другой этого недостаточно. Погибнет вся экономика, скорее всего. Грейды у Тру тоже 1-1. Есть здесь КСМ, их мимо бейнов увел Мейджор. Это может ему помочь немножечко. Но боюсь, что крит дэмэдж уже получил. Хотя не, по рабам-то ровно практически. Здесь вот Мариков что-то не контролит. КСМ-ки уходят. Еле живой Мейджор, но пока живет. Пока живет. Сплитит на две группы Мариносов сейчас своих. ЦЦ-шку не отдай! Орден Тарсона заходит сейчас. Нет, не зашел Орден Тарсона, слава богу. Линги все, и Беллинги идут и идут вперед. Мейджор отбивает, еле-еле мейн. Марики на третий падают. ЦЦ-шка полетела, сейчас догорит уже скоро. На мейне Мейджор даже не отбился, вынужден вниз идти. Здесь новые линги забегают. 45-99 по лимиту. Нет, это ГГ, это катон, катастрофа. Три 19-литровую, нифига качок, ну не тришь одновременно несешь, как бы две, потом одну, или одну, потом две. Ну тут до беллингов еще тру, конечно, Мейджора расшатал. Ошибки Мейджора какие? Вместо того, чтобы соединить риперов с мариками, нормальный выход сделать на стимпаке, он зачем-то отдал отдельно риперов, потом и марики отдались. Зачем-то вместо стимпака первым грейдом он какие-то щиты бредячие делал просто. Зачем, непонятно. Ну боялся, понятное дело. Ну здесь уже все, здесь уже 120 на 50, это забейте называется. Да, Минка жахнул, конечно, неплохо, но вы сами все видите. Крип от труп пошел, хорошо, он тут, смотрите, крип-туморы уже на пустом месте ставятся, прикольно получается. Ох, и сразу крип пошел расширяться. Китайская стенка. Мексиканская на границе с США. Чтоб Мейджор не пролез, как бы. Ну, то есть, Мейджор как под себя строит. То есть, Мейджор-то какой? Вот такой. Он в дырке не пролезет, как тонкие мексиканцы. Вот такую и построил под себя.
Так, ребят. Я что-то тут закосячил, отвлекся. Посмотрите, что происходит. Прокси барак с прокси рипером. Тру нашел, но не успел забрить сейчас. Что, я даже FP не поставил, что ли? Мне показалось, поставил. Пул 2-0 лорда убил. Привет, Эльпанас. Старлайне не попробую еще. Да куда мне пробовать? Я на ладере то СГМЛ, то захожу, то выхожу. Но это на втором аккаунте. На основном-то я там стабильно был. Просто как бы потом, даже в соточке был. Просто потом не играл и выкинули больше недели. То есть тут надо трениться. Пул будет играть победителем Яна Валета. И я так понимаю, что полуфиналы у нас уже не одновременно, а по очереди. То есть сейчас этот полуфинал, потом следующий полуфинал. Вот так вот будет. Матча за третьего, я так понимаю, там нету. Так, что-то я опять закрылся. Муфлингом, муфовером делается утру. Золото он сейчас занимает. Здесь диппер разведывает, летает. Все в порядке. Марик один дома есть. Кстати, пришел он из барака. Вот из этого. Так, танк и медивак строится. Проход закрыть имеет смысл, я думаю, полностью. Так, оп, крендели рубль прилетает сейчас. ЦЦ-чка треть пошла, стенка есть уже, два марика в стенке. Ой, в бункере сидят. Танк или нет, или там марик рипер был? Нет, два марика, а рипер на мэне летает. 22 линга утру, передроп какой-то там намечается, смотрю. Здесь мейджор начинает золото бомбить. Ну а чё, он кроме золота ничего и не может здесь бомбить. А, это королева линга улын, ё-моё. Привет, Рус, братов. Тру решил стать сверхагрессивным. Сейчас кренделен дира добавлю я. Наши войска атакованы. Наши войска атакованы. Спасибо всем еще раз, ребят. Передроп лингов на ХГ идет. Здесь два танка плюс рипер громят золото. В это время передропы со стороны Тру идут. У мейджора 4 марика и либератор. Это все, что могут встретить. Все юниты, которые могут лингов встретить. Этого явно мало, ребята. С КСМ-ками пытаются отбить. Здесь еще и три королевы при этом всем прилетело. Либерок улетел, ГГНчик, ребятки. 2-0 Тру, ждем третью игру. Так, пошел инвайт, захожу.
Здорово, Элюх. Всем привет, ребят. Первый день осени, сегодня 1 сентября. С чем всех поздравляю, учащихся поздравляю с началом учебного года. Родителей и все дела. Спасибо, Элюх, понял тебя, красавец. Так. Отдал хост Варде. Вот. Родителей поздравляю тоже с началом учебного года. Не знаю, что-то китаец не заходит почему-то. Ну, вас поздравляю с началом Старкрафта очередного дня. Короче, ребят, все будет круто. Помните, что надо смотреть Старкрафт, поддерживать меня и мой канал. Подписываться на премиум, отключать отблок и по реквизиту написания, либо через плеер поддержку делать. Так, ну что, все-таки все зашли, отлично. Так, всех приветствую, 2-0, Тру уже ведет. И пока я не видел предпосылок, чтобы мейджор вообще выиграл каких-то. Эль Панас, ну кого-то выиграл бы, может кого-то не выиграл бы, ну рано мне биться, как бы. Ну я, надо больше трениться, вот. Может, если на туриках начать биться, то и трениться больше будешь, ну... Все равно как бы будет мешать стримы турниров всех и все дела. Так, сбивает мейджор овера тут. Приятный для него момент. Не смог смыкаться этот овер, да, сейчас. Один на центре висит. Попытался мейджор второго найти, не нашел.
Утру, кстати говоря, много газа, но муфлингом не заказан. Что бы это могло быть? Так, муковером пошел. Прогрызает камень, третьей хаты нет. Плюс королева строится одна. Муфлингом заказан. Уж не королева ли врыв опять это? Спасибо тебе, Рус, браток. Так, овер тут пролетает. Куда он просто пролетел, проверил все. Две минки, четыре марика, дропщика от мейджера. Четыре гелика переезжает. Неплохо мейджор прожаривает тут лингов. Ну, последний зал был по одному фактически всеми ли. Так, ну минки неплохо бомбанули, смотрю. На центре овера 10-4 марика, 2 минки. Мариков киданул мейджор своих. Ну и что это было? Кинул мариков. Марики никого не убили, минки тем временем на мейн прилетели. Ну а толку-то? Сейчас... достроится спорка и будет залп, точнее залпа не будет. Хотя не, вот одна стрельнула сейчас. Вторая еще нет. На третью опять линка улетает. Это тоже стрельнуло, несколько лингов там подрезал мейджор. Потерял медивак в итоге. Ну, три хата, у Дру 49-40 по рабам, 75-58 по боевому. Здесь заходят гелики, ну линги стоят грамотно. У корейцы даже вот, смотрите, вроде как бы Тру мертвый, вроде как бы какой-то бред постоянно делает. Ну какой уровень, да, как бы вот этого бреда всего, имею в виду агрессивного. Вот он не контролит, но линги стоят там, где надо, то есть. Гелики заехали, они сами согрелись, все, потерь нету, как бы. Все грамотно в этом плане. 10 дронов, еще 56-42 парабам, 1-1 почти готово. Короче, почти отбился. Так, альбанас. Может, ты и прав, буду под возможности играть FP-шечку. Если будет. Если буду видеть, может, турики буду покатать иногда. 85-72, но уже со стримами турниров как-то тяжелее. Так, Гелиона на Ксилнаге, мейджор видит, что его пытаются принять здесь лингами. Оппонент. И начинает жарить здесь не слабо. Прогрызает камни на третью. Здесь линк пытается геликов найти и уничтожить. И мейджор ничего умнее, кроме как зажаться за камни, не придумал. В итоге гелики все падают. Линги догрызают камни. Здесь два пустых медивака прилетают. Но мейджор зато спалил, что камни оппонент его грызет. На бункер на третий определенно ставить. Утру... Так, один криптумор, всего лишь один вперед идет, сейчас еще один здесь будет. Вот здесь криптумор, да, вот появился здесь, и здесь мы еще один туда, хотя бы так. Может, один сюда. Или же Брингер, сложно сказать, все годы по-своему прикольные. Ну, начало, конечно же, было прикольно, потому что корейцы еще вперед так сильно не ушли, их
были игроки, которые могли их зашатать, как бы, да? Что-то мейджор какие-то странные дропы делает. Бункера на третьей нету, это фейл. Мариков вообще нет. Мариков под лингов дропнем. Здесь линги забежали туда открыть проход. Сгрызли все, здесь сгрызли все. Короче, ребят, 3-0, судя по всему. Здесь группка есть, но она смешная. Просто что это, 10 мариков без щитов. Щиты у мейджора еще не готовы. На третьей линги унижают. 19 КСМ уже уничтожено. 24-25. Здесь вот неожиданное забегание приходит. Может, оно что-нибудь тут изменит. Я очень сильно, конечно, сомневаюсь в этом, но... Попытка не пытка. Хорошо минка бабахает. Но в другой бы ситуации это было хорошо. Не в этой, к сожалению. Смотрите. Хотя 77-97 по боевому-то одинаково. По боевому абсолютно одинаково сейчас. Ну, грейды утру больше. Камней нигде нет. Забегания опять пошли по всем направлениям. Здесь стенка вообще уничтожена вся была. Так, ну а эти выходи со стенки фокуса. Ну вот, фокусни беллинга. Не будет таких потерь. Ну правда здесь вот еще куча беллингов пришла. И еще линги дотекают. Так что. Так что тру здесь на коне. Депошки закрыть мейджор не сумел. Линги окружают в очередной раз. Здесь какие-то 4 марика смешных бегают. Ноль тру. Изи против мейджора. Так, с Полубьяном начали первую игру, я так понимаю. Скоро закончат. Ну, по-моему, Полубьян очевиден фаворит. Единственное, что американский сервер Полту будет помогать. Ян будет сейчас и будет финал еще.
А вот Полт против Бьяна приходит сюда. Так, 1-0 Бьян ведет, я почему-то не очень удивлен даже. Так, а сколько у нас финал? Финал был 5, так же, как и полуфинал. Ну, Бьян выиграл Валета, соответственно, я счета не знаю. Как только будет счет, так и, наверное, обновят. По нас насчет про геймеров России, ну что говорить-то. В StarCraft все пока что не очень хорошо. Есть люди, которые, в принципе, имеют уровень неплохой, но их не так уж много. Чуть-чуть бы Бьян сейчас Рипера потерял бы. Но не потерял, все-таки ушел от Мариков. Тут Гелик едет пултовский вперед, он примет сейчас Рипера этого, минус Рипер. За 2 удара не успел отрегениться, бродяга. И здесь Рипер Гелион. Хорошо Бьян законтролил, минуснул полта Гелиона, причем дэмэдж Рипером только получил, который он зарегенит, а Гелион живой. Так, еще Рипер, еще Гелион.
Ну, финал в любом случае этого ЗЭ будет, и это радует. Так, Минка бомбанула, Бьян на нее кидает гранатку, но ему 9 надо гранат, ребят, чтобы кинуть, чтобы Минку эту выбить. Вот в чем проблема. Очень он хотел Минку подрезать, но не хватает даймаджа. Уходит Бьян домой. 10-очка достраивается. Старфур там с местами с фактой меняется. Здесь Викинг Бьянов встречает пулта медивак. Одного выстрела не хватило, ну ничего не поделаешь, на бусте ушел. Полтец сейчас. Так вот там задрог полетел. Куда он полетел-то вообще? Через Ксилнагу Бьян видит прекрасно. Вот выбивает Марика. Оставляет одного. И сканит мейн оппоненту. И назад полетел. Не стал к Бьяну врываться. Сейчас у Бьяна третья ССшечка. Нагловатая, конечно, ССшечка. Но тут что поделаешь. Какая есть, такая и есть. Сплитит юнитов между второй и третьей. Банша вперед полетела с инвизом, между прочим, уже. Ну, пол-то турельщики подстраивают. А, тут уже одна бомбит, ребят. Не ВЦС, геймхард у нас интерфейс, поэтому я просто физически не мог вам показать эту баншу. Сейчас реактор забомбит, кстати, Бьян. Пол пытается вычинивать. Бьян контроль. Бьян не контролит. Бьян контроль. Две КСМ пизбрил. Здесь банша на вторую прилетает. Бьян Мариков шатает. Бьян шатает КСМ. Просто жесть какая-то творится. Короче, я думаю, что эти две банши в плюс для Бьяна окупились сейчас на самом деле. Очень хороший, потому что он и КСМ-ок нарезал. 12 штук. И Мариков по 5 погибло. Это серьезный удар по экономике Пулта и по его вообще возможностям в этой игре. Он куда-то собрался идти. Куда он собрался идти? Он собрался идти к Бьяну, но у него даже стимпак не заказан. А как Пулт так слабо играет, и у него даже стим не заказан? Мне вот интересно. Улучшение завершено. Тут на Ксилмаге Бьян встречает Пулта. Принимает бу, кидает там гранатки всякие мариками, очень риперами. Гранаток недостаточно, но под танк отступает Бьян. Принимает бой под танком, а вот здесь уже все значительно лучше. Пулт на развороте бой принял. Секундочку Бьян что-то там захватил, потом захват спал. Первый раз вообще Марика захватил, второй раз захватил, Пулт законтролил медивак, точнее, он не просто сам спал этот захват. Ну а Пулт что? Бараков добавляет сейчас большое количество достаточно-таки. 3 штуки. Стимпак вспомнил, что есть такой грейд. Ну, молодец. Плюс один вспомнил, что есть грейд. Да, у Бьяна 1-1 уже армори делается. Не, ну, Бьян переигрывает пул. Посмотрите, по рабам, по экономике. Просто жесть. Он как бы на голову сильнее как будто бы. Циклон на минке отдался. Неприятно, но ничего не поделаешь. Надо идти минку выбить. Если она не ушла, сейчас придет Бьян, выбьет ее. Здесь что-то непонятно тоже, что викинги контролят. Короче, смотрите, все направления Бьян просто контролит. Очень круто.
Пошел замес, пулт раскладывается, Бьян без щитов. Куда-то вниз полез, куда ты лезешь-то, Бьян? Пулта лимита даже больше стало. Медивак надо вычинить сейчас срочно. Бьянчик. Сканет он, ну, пулт чуть не проврил. Танк Бьян уводит все назад. Либератор раскладывается. Либератор — это неприятно. 1-1 у Бьяна, щиты тоже доделались наконец-то. Скорость высокая, он не успевает. Ну да. Бьян, походу, кореец, он поставил просто все пониже немножечко скорость, поэтому-то он и успевает здесь. Так, дропается Бьян, пул сбивает медивак номер один, сбивает медивак номер два. Провальный дроп от Бьяна. Если бы он всеми разгрузился, то тогда бы он мог бы со щитами вот это все и с преимуществом в армуру вообще на муве сбить 16 мариками. Но мало того, что Бьян так разгрузился, так он еще и медиваком с одним, не с одним там, а где-то с 5 хп летел вперед, что один выстрел марика этого медивака убивал. Спускается Бьян вниз, танк у полка как-то прям немерено, я бы сказал. Полк зашатывает Бьяна, но у Бьяна есть еще все прирост здесь. Чем не слабый. Он спускается в очередной раз вниз. Ну что-то тут викингов миллиард. Всего миллиард вообще. Ну, пулка. Ну, Бьян даже ценой таких гигантских потерь смог его выгнать. Но по боевому лимиту двукратная пулка сейчас преимущество. Причем он, делая мертвого грейды, вообще первую атаку, позже, чем Бьян 1-1 заказал, он умудряется сравняться с Бьяном. Сейчас 1-1 в 1-1 будет. И добавил много юнитов, там дропчиком пошел, полетел третью шатать, и одновременно какой-то выход, видимо, будет делать. Террора из Грудвара, так он до сих пор стримит постоянно первый StarCraft. Каким-то таким же клоуном, как он, они что-то там кривляются, издают странные звуки, какие-то обезьяньи. Так, 150-147, опять пул давит. Ну, у Бьяна плюс 2 и 2-2 делается. Тут как эти игры доделаются, ну, конечно, полегче будет. И забегание идет с медивака на третью базу. Здесь Бьян, наверное, драться собирается, у меня такое ощущение появляется. Это будет больный врыв на маликах. Здесь либератор танк минуснул. Пул заходит на третью. Бьян реагирует хорошо, идет отбивать. Один марик погнал из пултовских. Бьян контролит, молодец. В это время контрурыв и Бьян делает пулту. Пулт не контролит свои выходы вообще мариков. Ну, смотрите, как раскладывают марики танки и вообще и мариков. Диверсионно-разведывательная группа такая просто. Врывается. Третий Бьян врывается. 2-2 грейда есть. Можно ЦЦ-шку уже минуснуть, не парясь вообще, по-моему. Ну, через атаку Бьян здесь дерется. Марики пулт на медиваке сначала убивают. За это они поплатятся, потому что 2-2. Так, и здесь Бьян бой принял. Пулта выгнал, он куда танки дропнул. Здесь тоже есть чем отбиваться. Это два танка плюс группа мариков. Здесь марики все разложили. Резко 150 на 70 в лимит становится. Вот вам и Бьян. Меня какая-то сонность напала, я извиняюсь.
Устал за последний месяц, надо уже отдохнуть денек. Ну завтра вечером стрима точно не будет, нафиг. Может и какой-нибудь понедельник там в деревню съезжу, не знаю. Или даже на выходных. Что ты там отряхнулся, бодрый? М? Ну сюда иди. Иди, иди сюда. Так, короче, в центре движуха идет здесь, дропы. Иди, иди, не бойся. Комментируй, а что ж ты не видишь? Вот он пришел, вот он пришел. Отряхнулся и пришел. Молодец. Улучшение завершено. Месторождение. Кому навешать? Не мог не погладить Чарлик. Чарлик уже гулять готовит. 188, 110 по лимиту. Бьян собирается дожимать пулта оппонент своего. Прям под либераторов на пофиг заходит. Пул даже с 1-1 грейдами тут нормально более-менее дерется. Либератор, правда, не туда вообще смотрит. Ну что там? Так, погоди, в игру надо зайти мне. Хост по Бьян создает, надо третью играть. Чё-то пока никто ничего никуда не заходит. Прыгаю через Варди. Сейчас уже мама скоро придет, Чарлик, погоди. Бьян 2-0, ребятки. Еще что тебе показать? Зубы. ТСМ готов. Секундочку, ребят. Улучшение завершено. Смерть на пороге. СМ готов. СМ готов.
Все, ребят, вернулся сюда. Надо позвонить, было узнать, где мама моя, что на щалька вывести ведь. А то парнишка тут заскучал, совсем погулять хочет уже. Так, ну реперка Бьян потерял в этой уже игре, конечно, не очень приятно. Здесь мастрипер у пулта, вот что интересно. Как Бьян? Ну а как Бьян? У Бьяна гелики и два рипера, здесь пять риперов. Если, конечно, Бьян на ХГ залетит, то пулт его застебает жестко. Кажется, пулт решил прочитать Бьяна и встать здесь с другого направления, думая, что он зайдет именно оттуда, как бы. Ну, может быть, да, Бьян оттуда и зайдет. Так, хорошая реакция от Бьяна, поймал рипера, оппонент, тут здесь что-то гелиончиков подкидывает, пул пытается. С рядом три рипера есть, плюс циклон, не знаю, что пул боится, мог уже прогнать, будет сейчас их отжать вот сюда, и будет больно. Так, либератор от Бьяна прилетел, на одного рабочего все он убил, вот куда циклон уехал. Циклон уехал либератора отгонять. Ну, Бьян почти сравнялся по экономике, что тут говорить там, смотрите, 29-32, 16-13 по рабам. Сейчас топовый корейский зерк. Ну, посмотри, Старлигу и GSL, в общем-то, списки. И все станет очевидно, по-моему. Так, пул прилетает реперами сейчас. Пытается Бьяна здесь переконтролить. Ну, кстати, переконтролил даже он здесь Бьяна, но прилетела банша. Рипер, правда, улетел. На АЦ-щику Бьяну достраивать третью. Чем тут очередная КСМ-ка идет вперед. 36-40 по рабам. Инженерочку Бьян делает. Пока нет перехода в стимпак. Не уж такое. Я думаю, что у Бьяна прекрасно все отработано против Диера. Как бы и столько практики, сколько у Бьяна. Тем более на турнирах это вообще зачет. Это путь к успеху, как мне кажется. Просто и польза, как бы, и выигрыш призовые, еще и тренишь механику свою. Это великолепно, то, что Бьян делает, что он столько много играет. Так, здесь банша летит по центру Бьяновской. Мариков шатает просто царски сейчас. Да, каких-то гелионов, точнее, этих мариков. Точнее, рипера подрезал у нас пул Бьяновского, по-моему. Баншу все-таки Бьян отдал. По лимиту проседает. Смотрите, пул только третью сочку заказывает. Бьян выходит к третьей базе. Ну, нужно принимать бой. А что Бьян боится-то? Действительно, пул ведь сюда идет. Танк сидит сейчас. Заметил циклона. Пол заходит, видит, где Бьяна танк находится. Выбивает танчик этот. Бьян успевает уйти всеми юнитами, в принципе, отсюда. ЦС-чку лучше не отдавать, конечно, но может отдать.
Смотрите, ты не отдал сочку. Хорошо, Бьян засиджился. Два дэмэджа танка пулта просто с хайграунда уничтожил. У пулта танки стреляли, ну то есть один по одному, другой по другому. А Бьян фокусил двумя одного. В итоге за два залпа забрал просто. Молодец, Бьян. 1-1 доделываются у Полта. Атака есть. Полт опять по грейдам, кстати, остается. У Бьяна армали, правда, завтык тоже был сейчас. Но Бьян здесь может наверстать. Почему? У него по рабам на 2 больше, чем... Бьяна прессует, а рабочих больше. Насколько идеально, да, он рабочих строит. Это просто жесть. Так, здесь дропчик-то на мейне. У пулта, бьяновский. Не слабо, я вам скажу, дропчик юнитов-то много здесь, очень даже. Как-то криво бьян, правда, здесь выходит циклона убивать. Пул пытается отбиться, но марики с медиваками даже без щитов здесь разваливают. Тем более, у них 1-1 против одной атаки пулта. Вот уже пулта и лимита меньше. Бьян здесь еще раз бой принимает, откайтил, мучка отошел, но все-таки без щитов Марики, конечно, послабее. Гораздо слабее, здесь Пол пытается нагнать Бьяна, но Бьян уходит чудом вообще. Так, здесь Марик один бежит, кот бежит, чтобы Бьян дропнет два. Чертяга, сбил наркоман все-таки самолет целый с автомата. Щитов у Бьяна так и нет, сейчас будет. Так, отдохнуть что-то. Разработка завершена. Пошла уж политота. Успокаиваются люди. Бьян на центре, стимпачится против пулта. Бой принимает, грейды 1-1 в 1-1. Бьян заходит прям под танки пултовские. Разваливает все в мясо вместе с викингами. Пулт уходит, медиваков, но Пулт ушел к частью. 130 на 115, вот вам и переворотик, пожалуйста, от Бьяна. Так, это он не успел забанить, товарищи. Двоих хотел немножечко отдохнуть, отправить. Третья факта у Пулта уже. По три танчика сейчас будет строить, это реально много. Сенсор Тауэр очень сильно помогает, но можно вот так вот зайти сюда, вне ренджа. Залетает Ян, дропается к четвертой. Двумя мариками остальными на мейн залетает сейчас. Залетает очень даже неплохо. Простимпачиться можно. Реактор на старпорте, например, забрать. Здесь Бьян заходит, начинает атаковать третью базу, газ и сенсорку. Здесь медивак Бьян потерял. Хотя не, смотрите-ка, спас, улетел в космическое пространство сейчас. Ну что это за дроп танков от полков? Дропнул танки, отдал их всех. Все, Бьян сейчас сместится под свои танки вот сюда в рейнджах и просто убьет минеральную линию, да? 59-140, надо улететь Бьяну просто. Сейчас что он стоит-то с новограунда? Здесь принимает дроп очень хорошо, как четко все везде контролит. Жесть просто какая-то.
Я на армор зачем-то на технику доделался. Зачем ему армор-то? Ну, медиваки будут с армором. Что тут говорить? 168, 148 на 20 пулеметов пусть. Барабан, правда, бьен на 9 впереди. Култ идет вперед. Бьен чуть немножко забоялся, отошел, потом заново бой принял. Танчики ему очень сильно в этом помогли. И смотрите-ка, пулт вроде как Бьяна отогнал, но Бьян не затерпел здесь. Выходит вперед прирост. Прирост просто гигантский сейчас выходит. Я на четвертой цешечке, мейн вторая окончается, тут дистанс майнинг уже попер. Полту самому в цешку, а, полт с мейна перелетает, ну понятно. Решение, конечно, верное. Сканит Бьян и сканит полт. Друг друга видит по танкам, давайте глянем сейчас. 10-12 в пользу Полта, но 69-34 марика в пользу Бьяна. И у Бьяна плюс 2 делается на танке, в отличие от Полта. Так, один медивак случайно Бьян загрузил, надо разгрузить. Но он решил, что пофиг, полетит, пусть куда-нибудь там дропнется. И, кстати, да, здесь всего два марика, правда, Бьян через марика Полта летит сейчас. По лимиту, кстати, ровно практически стало. Нет, марик Полту было бы неприятно вот этой базе сейчас бы. Бьян что-то сидит, ждет, мог бы и вперед идти. Так, здесь группа мариков есть, танки полдропа их принимает. Здесь Бьян чуть вперед не идет, надо идти вперед. Здесь два марика стоит, никто не выходит принимать. Очевидно, что можно удачно ворваться. Ну вот Полт отреагировал тоже. На всех мариков здесь. Бьян на муму чуть сливается. Здесь, короче, фейлит Бьян сейчас пару раз, но все равно по лимиту в небольшом плюсе сейчас он находится. Полта 3-2. У Полта 3-2 био и одна атака на технику. У Бьяна 3-3 био, сейчас 2-1 будут танки, как бы грейды будут очень хорошие. И это всю армию Полт Бьяна сковал вот этим выходом. А выход не такой уж и гигантский, смотрите. Пытается Бьян заводить марик, по несколько штук не надо отдавать. Считает, что один штугой сейчас на отдавали. Бьян громадный после заказ. Так, не слабую тут группу Бьян завел на ХГ. Полк никак не реагирует. Может, спуститься имело смысл и убить просто ЦЦшечку вообще вместе со всеми. Принимает Бьян бой, полк заходит. Ну, конечно, марики с танками победят. Танки это хороший дэмэдж даже без осады. Ну, лимиты ровные практически. То есть, тут как-то Бьяну надо соображать. Полт делает третий армур, вторую атаку на технику. Пока их нет, у Бьяна бы желательно, да, как-то нормально подраться. По танкам 18 Бьяна, 16 Полта. Жесть какая-то просто. Бьян идет на муви, сейчас отдаться может. Летает 4 викинга. Бомбит Бьян не слабо здесь викингами, но Полт готов.
Тем паче Стабьян кривовато как-то он мяриками, мягко говоря, вперед пошел. Еще в итоге танки против танков. Ну, Бьян в плюсе остался после замеса. Здесь еще дропщик от пол-то был, Бьян принял. На четвертый ЦЦ эту планетарку поставил, я смотрю сейчас. Куда-то там танки полетели. Пол-то видит вообще, что Бьян туда полетел? Да, судя по всему, видит. Бьян медивак забирает, пытается тут выбить ЦЦ-шечку третью. На третьей ЦЦ-шечке проблемы. Так, мама пришла, секундочку. Сейчас. Короче, Бьян забомбил там, смотрите, четвертую. И Полт отдался по всем направлениям. ГГ 3-0 все-таки Бьян. Но последнюю игру Полт мучил. Чуть не вымучил просто победу. Вот, ну что, Бьян против Тру. Сейчас будет у нас финальная игра. А Варди где там вообще? А Варди в этой же игре и был. Ну, Тру что-то не видно. Так, ну ждем Тру, сейчас будем смотреть финал.
Так, коэффициент на объяна меньше. Ну тут вопрос в том, что для True это получается родной сервер, как бы, и, наверное, поэтому такая тема. Да ну какой вы гоните? 3.30 True, 1.22 объяна, о чем вы говорите вообще? На кибетике, по крайней мере. На кибетике есть ставочки, ребятки, делайте. Так, сейчас я посмотрю, что у нас завтра про лига ведь будет, я так понимаю. А не, не завтра, послезавтра, да? 3-го, да, сентября, в субботу. Во сколько? В 12.30. Лайнап следующий, давайте глянем. Ну и напоминаю вам, что вы можете поддерживать меня и мой канал. Вот. По реквизитам в описании, через плеер, напрямую по реквизитам материально, подключать арблоки и подписываться на премиум. Лайнап следующий, Бодин, Кьюр, Траст, Мару, Тивай, нифига себе, ТВТ мечты. Трэп, Зест, ПВП, Сос, Джакджи, ё-моё, Сос, Джакджи, вот это да. Креатор, Статс, Рок, Линок, сколько зеркалок, а, блин, нахрена столько зеркалок вообще, кто это придумал все? Ну ничего не поделаешь, лайнапы как сложились, так и сложились. Пошел инвайт, все, спасибо за инвайт. Я хожу, захожу в игру, великолепная ТВЗ, вот опять у нас сейчас будет, это True против... Бьянчика. Ну что, ребят, Бьян против True, финал, поехали, блин, у меня уже уши намяло, мне достало уже, вообще пора отдыхать сегодня, ё-моё. Пора отдыхать. Бьян против True, финальчик, сейчас я даже переименую, наверное, стрим.
На сервере на американском, естественно, играют. SGL это американский, еще корейский сервер. Турнир Life and Cup, но это американский, соответственно. Вот. Ну и Бьян Тру у нас. Бьян играет что? Бьян не играет в Ранистим, Бьян... Блян. Играет перед дроп танков, он краски вот эти камни, которые Тру сейчас уже грызет, хочет напрягать. В ближайшей перспективе видит две королевы. Бьян здесь стоит рипером гелиончиком. Не стал врываться. Конечно, просите, его никуда не надо врываться. Почему? Потому что он ничего не убьет. Одним рипером и одним гелионом. Окружает рипера гелика. Бьян даже не попытался как-то их отвести. А, у него тут рыб на вторую. Пользователь Quaker 3D активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Quaker 3D. Спасибо всем за премиум и за поддержку. За всю. Так, прогрызает линги камень, гахала арена, любые наушники уши намнут, я думаю, практически камень. Ну я хз, как бы, это мой партнер на данный момент кинул, поэтому как бы, вот, их точно менять я никуда не буду. Ну и в предыдущих ушах, как бы, в HyperX Cloud тоже были такая же тема. То есть просто уши. Уши немного напрягают, как бы, но это терпимо, конечно. Так, загружается Тру. Опа! Супер агрессия со стороны Зерга в очередной раз. Здесь дроны отводятся. Либератор прилетел. Спорка есть. Порка все отгоняет, добычу надо восстанавливать. Линги бегут вперед. В это время королевы прилетают. Я не понял. А как Тру собирается? А, здесь, в общем-то, упадут сейчас. Так, линги еще сюда упадут. Из оверов. Моментально. Где линги-то дроп? Дропаются линги. Как же медленно это происходит. Линги дропнулись не все. Бункер не может сбрить Тру. Здесь линги бесполезно бегают сзади. То есть надо было что сделать Тру сейчас, мое мнение? Нужно было как-то сначала отлечь здесь королевами, потом загрузиться сюда, вот пролететь, как-то под танки пролететь, а лингами дропнуться вот с этой стороны, выбить бункер с этой стороны и разбить атаку попытаться. Другого варианта у него не было. Но это 1-0 Бьян. В итоге можно факт констатировать. Парабам, полная печаль. По всему полная печаль. Танк тут просто крошит вообще. Просто крошит, ребята. 12 за залп, потом по несколько юнитов стебает. Так, да, музыку надо врубить. Я просто иногда ее отрубаю, когда рестрим идет, чтобы слышать звуки, да, там, кого игру зовут. Ждем вторую игру. Провалилась затея Тру здесь полностью.
Так, привет, злой Бэт. Какой ключ? На мой канал. Или общий там. Я так полагаю, на мой канал. Привет, Ред Майнфред. Ну что, через реперочку тут Бьян собирается играть. Здесь у нас 17-я хата, пулс. Газ, пул, точнее, газ добывается уже вовсю. Заказ на королеву. Сейчас я подгоню ключ, погоди. Спасибо, что смотрите. Вот это без ноу проблема. Хелбат пуш от Бьяна, смотрите-ка, пошел. Хелбат пуш даже без медиваков, что ли? А, да, да, кстати, Бьян уже демонстрировал такое. Пользователь Злой Бет активировал премиум на ваш канал. Спасибо, Злой Бет. Тебе еще раз. Спасибо всем за внимание и за поддержку. Так, два гелика, рипер едут вперед, сейчас еще два будет. Но нужно ли двумя хелбатами врываться? Минимум четырьмя, считаю, нужно. Кстати, только у Бьяна я такой билд видел, какой. На такой ранней стадии, на четвертой минуте, хелбаты, чтобы уже были. Приезжает два гелика плюс риперок, еще летит что-то вперед. А, еще один рипер плюс еще два гелика, еще два будет сейчас. То есть будет сейчас 4 плюс 2, там 6 колбатов будет в ближайшее время. Ну не сразу, сначала 4 будут жечь здесь золото, а потом, собственно говоря, еще 2 приедут. Так, что ждет Бьян? Бьян ждет, пока риперы полетят, колбатов там сформируют. Деньги, конечно, заказаны. Гранатку так бы, чтобы королев обратно откинул, только единственное выкинуть бы. Золото решил, что Бьян надо отменить. Бьян решил, точнее, что золото надо отменить. Золото пытается отменить. Ну, колбаты без медиваков, они сильны, конечно, против лингов, но королевами можно катить, лечить-то нечем. Может ли траст катнуть Зеста? В смысле, траст выскать в КТ команде, он не может его катать, если про пролигу, потому что они в одной команде. Растаться Зест. Не, может, про что-то ты другое говоришь. Так, еще гелики с другой стороны заезжают. Королев достаточно много уже утру. Решил Бьян, что можно проскочить на вторую базу и проскакивать. Сейчас, может, на рампу имеет смысл проехать. Гранатку кинуть под королев, конечно, кидает под королев гранатку, под лингов еще гранатку, лингов ждет, но на самом деле гранатки, ну, не всегда для пользы идут против лингов, почему? Потому что они раскидываются и сплэш минимизируется, да, по ним как бы, но вот сейчас Бьян умудряется занять позицию таким образом, что пожег еще немножечко рабочих, ну, 10 выжег сейчас, 27-43 по рабам, 7-22 по боевому, треть сэшка у Бьяна. А Морфица 1-1 заказан. Конечно, оппонента 1-1 значительно раньше, но тут страшного я ничего не вижу. Факта есть, старпорта пока нету. Для медиваков.
Тру идет вперед, будет ли контратак, даже если будет, ну, ни к чему не приведет, беллингов-то нету, беллинг-неста нет, стенку не прогрызть здесь, очевидно, тем более танк, если он дает залп и сразу там пару лингов минус ногу. Так, секундочку, ребят, что-то жена звонит мне. Да. Наши КСМ атакованы. База атакована. Наши КСМ атакованы. Завершен. Вооружен и опасен. Брось с дороги! КСМ готов. Наши КСМ атакованы. Давай, удиви меня. Танк на марш. Кому навешать? Так, ребят, это я. Мне Машенька звонила. У мамы телефон взяла, я позвонила. Я не мог не поговорить немножечко с дочкой, с моей. Спрашивает, когда папа домой придет. Ну что, ребята. Двойной дроп от Бьяна, полетел 59-63 по рабам. Тру, конечно, экономику восстановил здесь хорошо и по грейдам в плюсе вроде как. По... многим параметрам уже в плюсе, и криптуморов много достаточно. Так, здесь контрдроп какой-то лингов пошел. Щитов у Бьянчика пока еще нет. Залетает дропаться. Тру, кажется, видит или нет? Да, видит Тру, медивакете. Здесь 4 бейна и маслинги. До забегания какой-то готовится, насколько я понимаю. Здесь 2 танка и марики, то есть, ну, навряд ли получится Тру-то здесь забежать. Овера Бьян минусует. Щиты через 20 секунд только будут готовы. Так, взрывает Тру 2-2. Это для Бьяна печаль, конечно, ну целое забегание такое в никуда зато. Лингов погибло очень много. Ну вот поэтому я не люблю инженерки в таких местах, когда люди ставят. Потому что 2-2 на самом деле сейчас очень важный момент был для Бьяна. Но он может на 1-1 попытаться Тру убить, например, сейчас выходом этим. Потому что 94-54 по боевому, это реально колоссальное преимущество. Пошел скан, криптуморы выбивает Бьян. На ХГ, Бьян, на ХГ тоже криптуморы есть. Тут он не выбивает пока ничего. Зато здесь очень много погибло. Здесь бы еще выбил, был бы молодцом. Так, здесь Беллинги что-то там забегает. Бьян видит прекрасно. Залп делает Минка. Флита нету у Бьяна. Ну, то ли американский сервер, то ли он не ожидал, что с двух сторон придет его оппонент. Но зато на четвертый дроп неплохо зашел. Но это провал для Бьяна. Он отдал преимущество по боевому сумму лимиту. По грейдам зерк в абсолютном плюсе. Сейчас 2-2 в 1-1. Бьян 2-2 восстанавливает заново. Делает сейчас. Надо терпеть. Это СТФКЗ. По 12 мариков Бен строит. Труп отмасил мутки. 13 есть и 4 еще в заказе сейчас. Опять отбивается Тру. Попытка сбить медиваки. Бьян принимает бой.
Мариков достаточно много, мародеры тоже присутствуют. Здесь Бьянк держал вроде, прессинг сейчас. Так, секундочку, ребята, опять звонит мне кто-то. Так. Забегают марики мародеры, ребят, прошу прощения, я там звук новый у тебя отключил. Просто на 10-й винде как бы и в наушниках, и через колонки звук был. Пришлось отключить этот там кабель просто через панель управления, как бы в итоге его просто, ну, посмотреть на колонку теперь. Так. 158-120, труто отковырялся. Отковырялся тру и переворачивает игру эту. Смотрите-ка, 126-166 по лимиту, но... Он очень неплохо здесь смотрится. Масс муталис, киллинг и беллингов много. Пятая хата уже. 71 дрон, дронов реально много. С мейна можно и нужно перевести вон сюда, наверное, я думаю. Можно шестую занимать, уже золото кончается. Минку одну линги скушали, остальное все ушло у Бьяна. 136-72, 3-3, Бьян пытается заказать. Четвертая есть планетарочка. Не пытается, он заказал, но доделается ли и это все дело. Так, Линга Бэй на четвертую минус нули ЦЦшечку. КСМ и под ударом. Ой, Тру здесь громит все со всех сторон. Мутка врывается на четвертую. Здесь Минка залп сделала. Ну, ничего страшного, что Минка залп сделала. Один муталис погиб, остальные зарегенятся. Так, еще Минка залп сделала. Да, еще одна Минка залп сделала. Ну, два муталиса погибли. Ну, что ты будешь делать? Здесь мутка Линги накидываются, сгрызают лингов мариков-мародеров. Бьян делает какой-то резкий выход, но здесь дофига бейнов. 30 штук морфится сейчас, и боюсь, что... Бьян как раз к ним и идет. Как раз аккурат под тайминг бейнов приходит. Ну и ГГ придет сейчас Бьяну писать. Сплиткаш пошел здесь, но ему явно недостаточно, потому что слишком много бейлингов. Принимает тру Бьяна, 80-60, ГГ 1-1. Молодец, трушник, молодец. Справляется.
Так, ребят, прошу прощения, пытаюсь объяснить, как включить звук там на ноутбуке. Тяжело это объяснить, конечно. Потому что я сам сделал, как бы, и помню как, но может быть проблема там возникнуть. Ну что, ребята, 1-1, Тру против Бьяна, вторая игра. В этот раз ранний стимпай билд у нас у Бьянчика. Вот. Больше, по идее, отвлекаться не должен. Может быть, еще раз придется позвонить. Стеночка у Бьяна здесь сделана. Из 4 депушечек. Ну, сейчас полетят 16 мариков. Тру видит группу, которая готовится к загрузке. Вот она загрузилась. И полетели медиваки. Овер все спалил. 16 лингов заказ. Здесь минка марик у нас на рампе. Да, у нас марики прилетят, интересно. Ну, летит Бьян прямо сюда под лингов. Так, дропается на ХГ. Почему не сюда-то он дропнулся? Но он понял, что здесь кривовато. Надо вниз на лоу-граунд дропаться. Разгружается на лоу-граунде. Мариков 16, как и было. Щиты делают там 30 сэшечка дома. Инженерок. Инженерок нет пока. Заходят марики, королеву пытается Бьян забрать. Одну забрал, уходит от лингов и загружается. Два марика потерял, ну выгодный размен. Королеву два марика, в принципе. Так, пробиваются камни. Бьян делает выход, смотрите. Ну, раньше он иногда делал еще более опасный выход по таймингу. Вот такой вот. То есть было больше медиваков. Плюс он не делал там и инженерочки, и третью цешечку такую раннюю. И именно делал исключительно с Мариком выходы. Танчик есть, Бьян приходит. Просто громит всех королев вообще до появления бейнов. Минка делает залп. Медиваки падают все, кроме одного, но танчик живой снизу, и у Бьяна слишком много мариков, он просто пришел и изничтожил Тру, вообще задавил, просто задавил мариками, марики хоть и без медивака, но их вполне достаточно, чтобы здесь все убить было. Падают оверы, падает все, здесь подрезает Тру вроде как танк, но с мариками что он будет делать? Кстати, мариков сгрузит Тру, и по лимиту, так, и хата не умерла. Ну, зашел Бьян сюда на спорку, и, в общем-то, в этом и печаль была. Линги-то на 1-1, я уж похоронил труп, как бы, а Бьян не дожал, без лечения тяжеловато слишком. Но все равно у Бьяна преимущество гигантское здесь присутствует, так что... Месторождение. Да, здесь чуть пытается прогресса Тру. Как вовремя Бьян инженерку успел запилить. Это вообще дичь была сейчас. И из-за этой инженерки отбился он нормально. Депошечки стенку восстанавливают. Здесь двойной дроп на 4-й базе. Нужно загружаться, улетать. На мейн может полететь. Да, летит на мейн. Королев надо тоже восстанавливать всех. 92-4 по лимиту. 1-1 сейчас у Бьяна уже будет готовы грейды. Но лингов много, надо уходить. Пока 1-1 нет, малики как-то не очень выгодно с лингами размениваются все-таки. И от Бьянку 4-ю хочет пошатать. Все, 1-1 наконец доделались. Но мариков уже не так уж и много. Да если бы даже полных 16 мариков было, 2 медивака, то есть полных, все равно здесь уже лингов многовато слишком. Привет, Саурончик. Сетка.
хотя попозже скинете. Здесь забегание какие-то танчиками. Танчиками Бьян все видит. Вот сетка. На Twitch кидаю. В остальных местах есть. Вот. Это финал уже фактически. Две игры у нас остается. Ну как две? Три максимум игры. 1-1 счет максимальный. 3-2 может быть, очевидно, да, по 5. Но это точно не последнее. Так, здесь Бьян заходит, Марики плюс 3 танка. Беллингов принимает. Беллингов всех отфокусил танками. Что-то Steam не прожимает, вот только-только сейчас прожал. Здесь рифлинга Бейнами идет на вторую, на третью тоже Тру там врывался. Беллингов Бьян там издалека расстреливает. 2-2 делаются, плюс 1 атака на технику делается. Бьян пытается сплетануться максимально. Ну, против Мариков по одному надо было сплетануть тоже, скорее всего. Так, а что Бьян не продолжает бомбить-то, я не понимаю. Влетает на мейн, что мешало ему просто по земле пройти, не могу понять. 97-77, и Тру здесь как-то даже неплохо смотрится сейчас. Бьяну прирост весь перегрызает. На мейне здесь дроп уже бесполезен фактически. На третью надо ворваться, может быть. Так, Бьян реагирует, на третью врывается. Дропает хорошо к минеральной линии. Ну, все от этого дропа будет сейчас зависеть Бьяна 100. Ну, кстати, дроп Тру не с нечем принимать, потому что беллинги пока без мува они придут. Кстати говоря, я не обратил внимания на тайминг Лейера. Хороший фокус беллинга, а какой еще у Бьяна фокус беллинга бывает. Правда, часть Марика все погибла. Разгружается заново, пытается принять бой. Один Марик, судя по всему, сейчас будет уничтожен. Медиваки, улети же, Бьян! Не может, может. Пацан сидит там, просто смотрите, красный в красном медиваке. Да ему пофиг уже все было, как он там мертвый лежал. Вот сейчас, когда его полечат, он будет рассказывать. На 88 по лимиту. Все, 2-2 у Бьяна готовы. Выходит тут на третьей базе лингов, принимает. Один хелбас среди маликов такой. Здесь присутствует. Грозный. Здесь дроп летит. Сейчас давайте три королевы дроп собьют. Почти сбил Тру. И Бьян сверху теперь заходит, медивак ведет так, чтобы на крипе не спалились. Здесь какой-то Марик и там принял Тру. 117-98, 80 на 50 по боевому. Бьяну напасть важно, конечно, до готовности грейдов Зерга. И он, по-моему, даже до армора успевает прийти, потому что 10 секунд еще до готовности армора у Тру. Ну, а он дождется, скорее всего. 6 вот остается сейчас. Марики, Хелбат, плюс Минка. Все это двигается вперед. Все, армор у Зерга доделался. Тру идет вперед. Понимает, что пугать второй ждать в такой ситуации абсолютно бессмысленно. Ну, Бьян здесь сплетится очень хорошо. Беллингов отфокусил. Просто царь. Как же он фокусит этих чертовых беллингов? Расшатал Бьян, в общем-то, 2-1. Тут очевидно, третью забрал, везде все забрал. Передропщик пошел на вторую. На мейне королеву, на ГГ, пишет Тру. Расшатал все-таки Бьян. По потерям, видите, 17 на 10к. Ну что, красавчик Бьян, красавчик Бьян.
Здорово, ЗИЛ. Задержка 12 секунд. Помните об этом. Да, до трех побед, ребята, здесь. Ну, идете, сберкарта следующая. Так, ЗИЛ, 8-го там закрытый же день вроде бы. КСМ готов. Восьмого закрытый вроде день. Точнее, там для прессы и специалистов, по-моему, 9-го первый день. Мы у 9-го собираемся ехать. С 9-го там и т.д. Плюс 8-го, по-моему, полетов нету, кстати. Пристройка завершена. Так, там даты менять, увидишь, где все эти. Я понял тебя. Так, так что ЗИЛ 8 полетов-то просто нету, как бы. Понятно, что если там чел разрабатывает тренажер для К-52, то вас, наверное, пропустят, возможно, я не знаю. Вот, то летать-то выступать все 9-го начнут, поэтому... Я думаю, что мы 9-го туда полетим, как бы.
Вот. Так же, давай просто, ты же у меня есть ВКонтакте, напиши мне. Я, ну, там, телефонами обменяемся. Мы в Одинцово с Илюхой там хапсом мы собираемся, я не знаю. Сколько там у нас может, как бы, может и поспать, в принципе, есть где, как бы. Надо у Илюхи уточнить, ничего там как. Вот. Привет, Димася. Ты ж был уже. Стрим-то подряд идет. Но все равно, привет. Так, три роучи линги здесь у Зерга есть. Бьян все это видит дело. Поймать не получается. Что ты пасть открытую пришел? Нагулялся? Нагулялся. Нагулялся. Что ты? Контроль от бьянчика идет, а у меня мультитаск. Глажу чарлика и комментирую ФП-шку. Все, побежал на кухню. Так, тройной уже здесь дроп роуч. Одного бьян зашатал, второго зашатал, третьего сможет ли поймать? Но на крипе он... ускорение получает и сваливает максимальными темпами. Вот. Так, абсолютно с тобой согласен. Счет надо поставить. Ставлю счет. Здесь минки кого-то прихлопают. 13 дронов Бьян уничтожает, ребят. Очень похоже на 3-1 в его пользу. Да, и не хватает, просто тру не хватает юнитов. Я начинаю фокусить бейнов, как же царски он это делает. Я до... Да. Ну, это вот моя похвала. Только похвалил, я не успел засадить мариков, но 79-63, 50 рабочих на 40 в пользу терраса. Это вы сами понимаете, что значит. Так, медиваки улетают. Третий улетает. Я понял тебя, Зил. Ну просто прикол ехать-то, если ты не посмотришь там. Девятого там и Витязи, и Соколы, и Стрижи. И, наверное, и взлетать все будут для построения, как бы там, я так понимаю. 35-е, 34-е. Сушечки. Ну, заходят марики. Вместе с медиваками сюда, тремя штучками. Это пока что еще не точку Бьян идет ставить, он просто тут пытается проходить. Смотрите, как трус, 40 рабочих, у него было 40, у тирана 50, сейчас 54, у тирана, у тру 61. Великолепно отмасился, сейчас мукбейном будет готов. Единственное, что 2-2 вот не делает сейчас, конечно, Бьян, тру точнее, прошу прощения. Вот это минус. Хороший контроль, отходит Бьян, отменяет тру четвертую хату и, судя по всему, уже... И не сможет он ее здесь никак достроить. Опять же, фокус бейнов начинается, а со стороны Бьяна даже на покатухах. Че он творит-то вообще, я не понимаю. Это что, блин, автоматон какой-то? Нет, это Бьян, ребята. Он завтра будет биться на GSL. Приходите смотреть 12.30 против Дира Протоса, правда, не Зерга. И не онлайн, а в студии. И мы увидим этого капитана воздушного судна в погонах. Здесь Либератор прилетел, я даже не проследил откуда. Начинает просто унижать 120 на 90 по лимиту. Здесь какой-то дроп был, но дроп. Королева пришла, попробовала отогнать. Не получилось ничего. Либератор тут все, что к нему подходит, бомбардирует просто. Может, имеет смысл на королеву перезаложиться. Бьян на пофиг. На рабов перезаложился. Два еще заберет, я думаю. Три даже заберет. 12 в общей сложности уничтожено, здесь на центре врывы какие-то идут. Тем паче Цебьян лингов принимает вообще в хлам всех. У него юниты смотрятся, блин, агрессивнее зерговских. Эти марики, которых он просто кайтит ими, это вообще дичь какая-то. Действительно, как наркоманы смотрятся. Вот по Бьяна контролю фильм надо снимать.
Месторождение минералов. Вижу, все по-взрослому. Так. Так, это какой-то дебилок проявился сейчас, вот. Это какой-то дебилок проявился сейчас просто очередной, вот. Да, просто они еще существуют в природе до того, как вечный бан ввели, да, как бы. Сейчас, как только проявляются, их сразу не становится. Ну, кончик какой-то, что тут поделать. Наверное, петух какой-нибудь московский, а может быть. Куркуль деревенский, я не знаю. Вот. Ладно, все. А то кто-нибудь на свой счет примет. Бьян ставит точку, ребят, прошу прощения. Из-за конча в чатике не смог докомментировать игру. Ну, больше его не будет. Он не помешает, соответственно. Вот. Делаю стоп-старт, возвращаюсь к вам. Что тут говорить-то еще?